Яндекс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. И всем еще раз говорим доброе, уже личное утро. Радио Болтком, 93.9, Анна Смирнова, Олег Пека. И в нашей программе «Личное утро» сегодня врач, писатель, учитель ЦГУНа Игорь Кудрявцев. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Вот начать с чего бы я хотела. Вы ведь были одним из первых ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Да, мы были с первого призыва. Да, какие вы вспоминаете эти события, то время, тот период? Ну, скорее всего, вспоминается сам период, так сказать, набора нас туда, когда нас там хватали, потом держали где-то несколько дней, а потом сейчас уже с расстояния, сколько ж лет-то прошло? 33 года. 33? Да, 33. 86. Да, 86. Вот, и сейчас уже вспоминания уже такие селективные, но я научился свою память так немножко структурировать, чтобы вспоминать в основном то, что хорошее или интересное, или смешное, а то, что плохое, оно как-то забывается. Ну, как на вас все-таки вот с моральной, ну, и с физической, наверное, точки зрения отразились те события? Ну, с физической еще как отразилось. А с моральной уже теперь, я еще раз говорю, что это скорее оттуда уроки можно извлекать. То есть, как надо было бы делать, как можно, чему я там научился. Поскольку я учился в институте в советское время, в армии срочную я не служил, то для меня это был хороший опыт, так сказать, командирская работа, когда меня сразу повесили офицерские погоны и велели командовать взводом. Мне было 26 лет, а там были мужики по 40, по 49, такие уже. Послушались они? То есть серьезные. Это был шок такой для вас? Они, в принципе, ну как, мы договаривались нормально. Я сначала вообще разговаривал, как этот, не знаю, чеховский интеллигент, наверное. А потом, когда пришлось перейти на ёмкие команды. Да-да-да. Тогда, значит, я помню, что кто-то из них даже сказал, так бы сразу и говорил, что-то в этом духе, да. Ну, поэтому приходилось договариваться. Но, в принципе, мне кажется, у нас получалось неплохо. Мы когда общались с ликвидаторами последствий Чернобыльской АЭС, некоторые из них говорили о том, что, смотря на последствия лучевой болезни, на то, что там происходило, это все вырабатывает определенного рода такой иммунитет, даже цинизм, возможно, в какой-то степени. Вот произошло это с вами? Цинизм, наверное, нет, а иммунитет, ну, по сравнению с тем, что было и что угрожало и так далее, действительно, многие вещи, они уже кажутся такими менее значимыми. Наверное, те, кто воевал на фронте, в кого стреляли и так далее, у тех, наверное, отношение к ежедневной жизни еще более, я думаю, спокойное и так далее, потому что, ну, что там бояться, да. Поэтому, побывав там где-то на грани клинической смерти и так далее, после этого уже действительно смотришь на мир, стараясь найти там много хорошего. И там и есть много хорошего, действительно. Да, в какой момент вот вы заинтересовались как раз-таки вот этой гимнастикой, ЦГУН, и вообще в какой момент вот от классической медицины вдруг в какие-то восточные дебри, вот можно так, наверное, сказать. Ну, тогда ведь это, наверное, если брать советские времена, то это считалось, ну, чем-то таким совершенно экзотическим и непонятным. Да, считалось. Ну, вот сразу после Чернобыля, и когда мне нужно было выяснить, что же с моим организмом, что мне делать, и когда мне в Центральном институте радиологии в Москве советовали побольше есть мармеладу, чтобы агар-агар связывал там какие-то остатки радиации, я помню, понял, что, наверное, самому тоже что-то надо искать. Ну, а у меня как-то с детства были такие вот желания прикоснуться к какой-то тайне. Мне очень нравилось. Я вырос не на русской классической литературе, иначе бы я бы впал в глубокую депрессию, а на Жюль Верне, скажем, Майн-Риде и так далее. Поэтому какие-то загадки меня всегда интересовали. Ну, и я попробовал там йогу. Мне больше понравился цигун. То есть китайская медицина мне казалась проще и доступнее.
А потом в 90-м году я поехал в Москву, где закончил очень хорошие курсы по акупунктуре. Ну, и там уже выбор в пользу китайской медицины уже был совершенно очевиден. Ну, и дальше стал заниматься вот по сию пору пока практикую. А классическое образование, вот все-таки медицинское, оно в... Ну, необходимо, ну, то есть является ли оно необходимым элементом вот, для людей, которые интересуются акупунктурой, там, восточной медициной? Конечно. Конечно. Во-первых, нужно знать анатомию. На тех же курсах по акупунктуре примерно четверть всего срока мы повторяли топографическую анатомию, то есть расположение сосудов, нервов на теле, чтобы иглу не воткнуть туда, куда не надо. А потом физиология, то есть как происходят процессы в организме, чтобы не было, как многие люди говорят, вот мы пьем чистую воду, она всасывается, а если мы едим суп, это не считается водой. Да, допустим, ну, человек просто не знает физиологию. Вся вода всасывается через тонкую кишку, другого пути нет. Потом патология, то есть что происходит при болезнях, это надо знать обязательно. Ну и хотя бы основные принципы примерно как-то диагностики и... Если не самому как лечить, то, по крайней мере, как это делают другие, знать. Поэтому, если человек хочет заниматься медициной, то вот это то, что мы называем западную академическую медицину, надо знать. Китайцы, кстати, своих врачей готовят точно так же. Если они готовят врача именно, то они первые годы этот человек учит именно вот нашу восточную медицину, анатомию, физиологию, патологию и так далее, и потом свою китайскую. Получается, специалист такой довольно... универсальный. Как... Ну, вам удалось интегрировать цигун в академическую науку, его признали методом лечения в Латвии. У это был трудоемкий процесс для вас? Это процесс такой, ну, скажем, чисто канцелярский. Это нужно было знать, что писать, как писать, и сколько там килограмм бумаги нужно было знать в соответствующую инстанцию, когда вот... чтобы на заседании этой комиссии все бумаги были необходимы. Ну, нам это удалось с помощью, конечно, коллег, тех, которым тоже это нравилось, они считали, что почему бы и нет. Ну, вот с 2003 года. Почему другие европейские страны не признают цигун как метод лечения официальный такой, в отличие от Латвии? Да я не знаю. Я думаю, что это о роли личности в истории. Там нет такого, которому захочется это делать. Тратить на это массу нет времени, человека, нет, энергии, нет человека, да. Ну, очевидно, им это не нужно. А насколько вот, если мы говорим про Латвию, сейчас вот в Рижской Думе, я знаю, проходят занятия, любой желающий может присоединиться, вот насколько вот это, этот проект вот, сотрудничества с Рижской Думой популяризирует цигун, насколько отклик у латвийцев находит, сколько людей приходит на занятия эти? Этот проект Европейского фонда и Департамента благосостояния Рижской Думы, он идет уже полтора года, даже больше, и эти бесплатные занятия сейчас по Риге действительно идут. Но это только по Риге. В городах есть, в Юрмале там у них свои проекты. И, конечно, бесплатные занятия приходят много людей, мы стараемся так, чтобы вести это так, чтобы было интересно, и, конечно, людям становится интересно. И они приходят с удовольствием еще раз, и сейчас уже, когда до конца проекта осталось совсем немного, 2 месяца, люди уже начинают думать, а вот жалко, что нет продолжения и так далее, потому что хочется. Ну, потому что это легко, это доступно, это безопасно, там нет каких-то невыполнимых движений, не надо там ноги закладывать за уши и так далее. Вот. И в то же время человек чувствует эффект уже практически сразу, после первого занятия, там, сделал красивые движения руками, там птичка летит чуть над великой рекой. Уже хорошо. За 5000 лет китайцы это отработали, у них получается хорошо, и у нас теперь тоже. В Китае же, в принципе, это повсеместно распространено. То есть, очень много, да. А насколько вот именно этот опыт вот китайский повлиял на, ну, на то, чтобы вот у нас реализовать этот проект? Ну, во-первых, то, что действительно пришлось наблюдать на улицах, в парках и так далее. Вот своими глазами. Не то, что по телевизору показывают только. Где они все красивые, в одинаковых одеждах, и там на площади Тяньаньмэнь. А именно вот простой китаец, в этой Мао Цзэдунке, так называемая старая, этот китель, где-то там среди кустов парка вот он делает. Просто для себя, не для публики, не для телевидения. И очень много этого, это во-первых. А во-вторых, я посмотрел на самих китайцев, насколько они
насколько они энергичны и подвижны. Даже, скажем, цигун – это одно, что выучил там медицину – это одно. Но вот, так сказать, зарядиться от этих людей, видно, как они двигаются, они очень целенаправленные, целеустремленные. В учебе это все. Если китаец начинает учиться, он учится день и ночь, и он только учится, больше ничего. И для него учитель – это Бог. Там с большой буквы, с маленькой, но Бог. То же самое, если китаец работает. Я не скажу, что они уж такие уж все работящие, что уже просто невозможно. Но если он уже работает, он работает. Он тоже в таком медитативном состоянии, концентрированный, иногда даже взгляд такой, куда-то ушедший в себя, он копает яму, допустим, или что-то еще. Он работает как автомат, можно сказать. Но вы говорите, что эффект после первого занятия уже виден, когда приходит. Чувствуется, ну, по себе. С какими, как правило, ну, скажем так, проблемами приходят люди, занимаясь? То есть это для общего развития или все-таки они приходят с конкретной целью что-то исправить? А есть и так, и так. Некоторые приходят из интереса, потому что кто-то им рассказал, что это хорошо. А некоторые приходят, чтобы что-то исправить. В основном, в первую очередь, спину, во вторую очередь, нервы. То есть вот я знаю, что я такая нервная, говорит участница. Вот, мне надо... Мне доктор, даже уже доктора начали назначать. Доктор сказал, надо заниматься цигуном. Вот хорошо. Ну, или неподвижность, сидячая работа, или стоячая, и так далее. Хочется, чтобы суставы были более подвижными. Вот. А там движения такие, они плавные, мягкие, но достаточно простые. В то же время симметричные вот, на координацию. Это очень красиво. И человек уже чувствует, что о, я же могу это сделать. А я раньше не мог. И теперь, ой, то есть гибкость более гибким становится человек, да, благодаря. Да. И, а если более гибким, значит, больше клеток мозга включается. Угу. Потому что сделать одно быстрое движение, там не надо много тех же мозговых клеток и мышц. А вот сделать плавные вот эти вот руки облака, допустим. Вас сейчас просто показывает Игорь Кудрявцев. Да, вот те, кто видит. Те, кто не видит, представьте. И это включает большее количество клеток мозга. А, соответственно, и мышечных волокон. И тогда человек становится более подвижным. Ну, а противопоказания есть какие-то? Например, если говорить о дыхательной, ведь тоже гимнастика присутствует, да, в процессе? Да, обязательно. Обязательно. Противопоказания. Ну, во-первых, заболевания в острой стадии, когда нужно там тяжелое, серьезное лечение, в основном психические заболевания там и так далее. Ну, тогда лучше все-таки включить традиционные методы. А если это в стадии ремиссии, так называемой, то есть есть какой-то там диагноз, но сейчас это не болит, ну, тогда, ради бога, пожалуйста, приходите. Если человек не может стоять, в принципе, может заниматься сидя в коляске. Ну, колясочники есть. Но это, опять же, если помещение доступно для колясочников. Сейчас в помещениях, я понимаю, проходят занятия, но в зимнее время. Да, конечно, потому что в зимнее время у нас, слава богу, такое мягкое, но, тем не менее, чтобы люди... не привыкшие, не простужались, мы все-таки предпочитаем помещение. Хотя, если солнышко светит, иногда вот в школах, где мы занимаемся, мы там выходим на стадион. Но это уже по общему согласию. Угу. А получается, сколько, в принципе, вот таких мест, где проходят эти занятия? То есть, я понимаю, что это по всей Риге, там, в районах, да? По всей Риге. Я сейчас не назову точную цифру, но где-то, наверное, в районе 15-20 мест. И вот сейчас, с января, мы начнем Болдераю, где мы еще не были ни разу. И присоединяется еще Пурцем с Плявники, где мы тоже не были. Но остальные места уже, так сказать, известны. Имонта, Золитуда, Центр, Югла. Пурцем был в другом месте. Вецмилгравис, кстати, рекомендую. Ну, межапарк только летом, сейчас нет, но можно там переехать через мост и попасть в Вестмилгравис. То есть, там достаточно много, но это есть такой сайт veselxridzenex.lv, в одно слово, или на сайте medintegra.lv, medintegra.lv, ну, или на моем фейсбуке, если кто в фейсбуке живет. Вот. А много? Есть какая-то статистика, сколько человек вообще принимало участие? Приходит, да. Приходит, ну, во-первых, у нас норма не менее 15 человек, полагается. А во-вторых,
Статистика, точные цифры я не назову вам, опять же, потому что они уже изменились. Но вот летом, когда ровно год прошел, в июле мы подводили итоги, и комиссия из 4 серьезных государственных институций проверяла нашу деятельность, выяснилось, что там какие-то многие тысячи посещений были. Ну, в общем, среднее количество у нас получается где-то человек 15-20 на группу. Конечно, они приходят еще раз, еще раз, еще раз. Вот, но... Доброе утро. Сейчас да. уже, наверное, получается, что мы провели уже где-то около 700 занятий за вот это время, за полтора года. И если каждый из них посещала, ну, скажем, от 10 до 20 человек, ну, вот примерно ну, да. получается. У нас радиослушательница вот, да, на линии. Сейчас надевайте, пожалуйста, наушники. Да. Доброе утро. Здравствуйте, да, пожалуйста. Доброе утро. Я хотела спросить, вот как отличить настоящего преподавателя от какого-то шарлатана? Потому что сейчас с нашей интернетовской информацией можно найти где угодно. Какие-то объявления, это цигун. И вот как отличить их, чтобы не попасться просто к какому-то шарлатану, что он деньги берет, и так просто пришли, подышали там что-то, руки, руками, ногами помахали, и на том дело кончилось. Спасибо, да. Да, спасибо вам. Ну, вот есть какой-то критерий профессионализма? У нас есть, во-первых, Латвия с Аустром Вингрошинас ассоциация, Латвийская ассоциация восточной гимнастики, это юридический член общества врачей. И мы своим инструкторам выдаем сертификаты, как профессиональная организация. То есть, если это сертификат нашей ассоциации, то будет гарантия того, что человек действительно знает свое дело. Но это я говорю про нас. У других школ тоже есть свои, наверное, какие-то критерии. Но я, опять, чтобы не соврать, я про других говорить не буду. Но у нас есть, у нас в Латвии есть несколько школ, которые достаточно серьезно занимаются. Опять же, надо смотреть. Человеку нужен оздоровительный цигун или есть так называемый жесткий цигун или боевой, да? Ну вот. Кардинальное отличие? Ну, боевой в основном это, так сказать, накачка, как говорят, в кавычках, энергии для того, чтобы концентрировать ее при ударе, там, разбивать кирпичи и так далее. Ну, то есть тоже кунг-фу, только немножко по-другому называется. Но все-таки шарлатанов много, вот о чем говорила наша радиослушательница. Знаете, в вашей сфере. Я бы не сказал, что то в Латвии их много, потому что в Латвии у нас, я говорю, есть ну, несколько, сколько, скажем, 4 или 5 таких серьезных школ, которые этим занимаются, все, так сказать, друг друга знают, и кому-то внедриться на этот очень маленький, очень прозрачный рынок достаточно сложно. Но бывает, иногда залетают какие-то там из других стран, вот, но они быстро уходят, потому что... У них ничего не получается. Ну, а что касается интернета, кстати, и распространения там в том числе? Ну, в интернете можно найти все, что угодно. Ну, вы следите за этим, насколько там качественно подается информация? Так, мониторите плюс-минус, что там происходит? Более-менее кое-что можно, так сказать, отследить и посмотреть. Есть авторы, которые зарубежные, скажем, англоязычные, довольно популярные. Это Ян Цзюньмин или Ли Холден. У них вполне себе очень хорошее упражнение, и, ради бога, люди могут этим заниматься. А просто вот если вдруг начинает появляться какая-то, что называется в кавычках, эзотерика, вот там надо внимательно смотреть, потому что как только мне говорят, ой, это там цигун, соединенный с какими-то планетами, или принесенные, знания, принесенные из параллельной вселенной, вот с этим очень аккуратно. Потому что там чаще всего там как раз ничего опасного нет, это просто маркетинговый ход. Потому что есть люди, которым надо... Выделиться как-то. Ну да, есть люди, которые ищут, скажем, традиционную китайскую классику, вот китайскую медицину, все. А есть люди, которым надо вот это то, что называется New Age, чтобы это было с других планет, там, космический разум, Крион, как он там назывался какой-то, да? Ну и так далее. Вот. И поэтому, ну, естественно, сами китайцы этого не делают, это в основном европейцы этим занимаются. Ну, рассчитано на мистическое мышление общества, наверное, да? На мистическое мышление. Частью общества, конечно, есть, да. Но цигун, это прежде всего, это философия или физкультура? То есть... Это и то, и другое. Но философия – это, так сказать, способ организации ценностей жизненных, да, что надо делать и почему. А физкультура – это гимнастика дыхательная, двигательная и
ментальное, то есть как успокоить свои мысли, как привести их в порядок, чтобы они были продуктивными, как правильно дышать и как правильно двигаться. Вот эти три сокровища цигуна. Дыхание, движение, мысль. Там нет никакой эзотерики. Там... Ну да, китайцы говорят, что мы там впитываем энергию неба и земли. Ну, энергия неба – это вполне объективная вещь. Достаточно послушать лекции нашего астронома Илганиса Вилкса. Он очень подробно объясняет, что именно небо дает человеку с точки зрения науки. Силы Земли – это тоже известно, что это такое. Да. Просто другое дело, что когда человек представляет себе, как на него воздействует, допустим, гравитация, радиация или магнитное поле Земли, вот эти самые главные. То есть я представляю себе, что эти силы, вот они во мне. Мне сразу становится по-другому. Я не один такой маленький, а меня вот планета поддерживает. Это сразу... Тело сразу так наполняется этим. Энергия природы. Я не просто дышу, но я представляю, как воздух входит в меня, и потом те же молекулы кислорода, азота и других полезных вещей, а также микрочастицы природных объектов, деревьев, цветов, они тоже вот наполняют меня, эти ароматы, которые входят в мозг. Это все объективно. Вопрос, наверное, умения и возможности фантазировать для человека. Не столько фантазировать, сколько... Визуализировать. Представлять, да, то есть представлять, что это такое. Потому что известно, что одно дело действительно просто дышать, а другое дело представлять, каким образом твой организм обогащается. Это есть, вот, например, такая школа, как осознанное питание. При этом можно есть меньше, но представляя себе, четко осознавая, что, скажем, с кусочком хлеба ты поглощаешь еще энергию солнце, которое заряжало эти колоски, когда они вырастали перед тем, как превратились в хлеб, ну, тогда организм получает совсем другую подпитку. Можно сказать, что это фантазия, но мне больше нравится творческое воображение. Или... Ведь не у всех оно есть, творческое воображение. Его можно развить так же, как любую способность. Скажем, вот мы на цигуне часто занимаемся такими синестетическими упражнениями. Синестезия – это когда включаются сразу многие каналы восприятия. Не только зрение, но и слух, ощущения, обоняние и так далее. Вот мы слушаем музыку и представляем, допустим, ее цвет, и как эта музыка как будто бы вот входит в тело. У нас есть такое упражнение – цигун под Баха. Мы его так назвали, потому что музыка Баха, она наиболее интересна в этом смысле, она полифонична, там очень много разных звуков, разных инструментов, и они соответствуют вот разнообразию всего, что идет из природы. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию. Я напомню, что у нас врач, преподаватель цигун и писатель Игорь Кудрявцев. Вот, кстати, о еще третьей вот ипостаси мы как раз поговорим во второй части разговора. Микс Ньюс. Личное утро, и сегодня в нашей студии врач, писатель, учитель цигуна Игорь Кудрявцев. Вот новогодние праздники прошли, действительно, многие, наверное, еще с трудом входят в рабочий ритм. А есть ли что-то, какие-то простейшие способы, ну, не знаю, восстановить как-то концентрацию, убрать эту тяжесть из желудка, сосредоточиться? Реабилитироваться. Лучше всего, конечно, профилактика. То есть можно праздновать, можно есть и пить все что угодно, но вот китайцы рекомендуют обязательно массаж живота. В основном нижней части живота, ниже пупка, от пупка до лобковой кости. Центром ладони, рукой делается массаж, так довольно сильно можно нажимать против, по часовой стрелке, как будто циферблат на животе, то есть справа налево. И вот таких движений круговых можно сделать, ну, в идеале, как говорят исследования, 500 каждое утро. Это довольно быстро, это 5 минут занимает. Меняя руки там через каждые 100. И это очень хорошо и пищеварение стимулирует, и вообще кровообращение в целом. То есть вот если после какой-то там тяжелой ночи нужно быстро привести себя в порядок, то это очень, очень хорошо. Хотя, казалось бы, какая связь у живота с головой, с мозгом. Но даже исследования в 2007 году произведенные с помощью позитронной эмиссионной томографии показали, что вот этот массаж живота действительно улучшает кровообращение мозга. Я, в общем, по себе знаю, если я сделаю эти 500 раз. Утром, то целый день у меня прилив силы, мне хорошо. Ну, ко всем это относится или все-таки больше индивидуально, и может это кому-то и навредить?
Ну, это, конечно, индивидуально надо подбирать, какое количество сделать. Угу. Можно не 500, можно хотя бы 50. Угу. Но животик помассировать очень неплохо. А если там плохо с пищеварением, то и выше пупка еще надо подняться, и вот середину живота, там, где у нас, говорят, солнечное сплетение, тоже сделать вот такие движения хотя бы. Ну, китайцы говорят, хотя бы 108. Это у них такое 108. Мистическое число, да. Ну, 108 или, если хотите, 109, если не хотите там вдаваться в китайскую мистику. Это не принципиально, но вот именно вот этот вот массаж по часовой стрелке, чтобы живот получил очередную порцию крови. Но есть активные точки еще на ногах и на руках, но просто их сейчас показать мы не можем тем, кто не видит, поэтому мы ограничимся животом. Ну вот еще про цигун. Если для меня, например, обозначение лечения с помощью энергии довольно абстрактно так звучит. Вот если детально о том, как именно лечит цигун, потому что считается он ведь методом лечения. Да. Во-первых, упражнения есть, которые тысячелетиями отработаны для определенных органов и функций. Скажем, упражнения для легких, упражнения для улучшения работы поджелудочной железы и желудка. Это, во-первых. Во-вторых, в цигуне есть массаж активных зон. Но они там не называются точками, потому что в цигуне точка – это не точка, а это такая довольно большая зона, может быть диаметром там, несколько сантиметров. И вот если тоже делается массаж, скажем, серединной ладони, точкой лаогун, то по или против часовой стрелки, в зависимости от того, какая нужна терапия, какой эффект нужен, там тоже получается очень хороший эффект. Ну, а вот то, что называется энергетическое лечение, то, что там делают на расстоянии и так далее, ну, в цигуне классическом это тоже есть. Но это все-таки лучше, когда есть контакт прямой. Мне, например, больше нравится. Если я могу дотронуться до пациента, тогда получается вот... То есть, в основном это вот такой вот массаж плюс упражнение, и плюс еще, конечно, это успокоение ума и умение правильно думать. Но есть исследования сегодня, подтверждающие эффективность? Достаточно много. Ну как, по сравнению с исследованием таблеток, конечно, не очень много. Но, в принципе, есть база данных. Ну, врачи обычно, медики это знают. Это ncbi.com, латинскими буквами, естественно. Или просто PubMed. PubMed, Public Medicine, публичная медицина. И там, если правильно умеешь работать с поисковиком, то можно набрать там слово «чигонг», ну, как оно пишется по-английски. Q-I-G-O-N-G, чигонг. И ну, там появляется, ну, в год 10-15 исследований обязательно появляется, таких уже серьезных научных. Ну, а критики, которые называют цигун лженаук, как вы к этому относитесь и... Слово «лженаука» известно нам со сталинских времен. У нас тогда были лженаука, помните, генетика и кибернетика, да? Так что это слово, оно несерьезное. А у китайцев есть своя наука, своя история, и не все должно базироваться только на доказательствах, которые делаются вот в современных исследованиях, так сказать. А на чем тогда? На эмпирике, на наблюдении. Вообще медицина – вообще эмпирическая наука. То есть, когда Гиппократ еще открывал свои методы лечения, у него не было микроскопа, он не знал биохимии, у него не было ядерно-магнитного резонанса. Но он знал, что вот если сделать вот так, будет вот такой эффект. И то же самое у китайцев. Вот они свои 5000 лет наблюдали. Механизм не всегда известен. Но известно, что вот эмпирически вот эти наблюдения, они позволяют не только прогнозировать результат, но и повторять его тоже. А это уже критерии науки. То есть, если я рационально изучаю вот этот материал, я не говорю о вещах, где нужно там посвящение, или когда учитель, спускающийся с небес, открывает твои чакры. И после этого ты только сможешь целить там с помощью рук, ног, или как у нас сейчас вот есть такие методы, называются. Не будем говорить. Вот. А здесь все рационально, я могу это изучить по книге, и там написано, какие будут результаты. И когда я выполняю то, что написано в книге, и у меня появляются те же результаты, ну, значит, это все-таки что-то серьезное. Поэтому вот это слово, оно... Кстати, современная наука до сих пор не знает механизм действия парацетамола, например.
парацетамол – известное средство. Да, но во всех таблетках, этих от гриппа там, и так далее. Механизм действия до сих пор непонятен. А ему уже 100 лет применяют. Современная наука не знает до сих пор, что такое мысль. И почему человек видит, допустим, каким образом он получает это изображение. Вообще, что касается работы мозга, там очень много, там больше вопросов, чем ответов. Поэтому методы, которые годятся для проверки действия таблеток, они не всегда годятся для проверки действия, скажем, таких методов, как цигун или других методов, которые сейчас называются у нас комплементарная медицина. Потому что там важен индивидуальный подход. И нельзя всем подряд давать одно и то же упражнение, и потом смотреть, как оно действует. А нужно именно подбирать людей по определенному типу. Китайцы классифицируют людей по 5 стихиям. Дерево, огонь, земля, металл и вода. Это телосложение, это способ движения, мышления и так далее. И на каждого из этих людей, на каждый тип упражнение будет действовать по-другому. Поэтому нельзя взять людей просто так сказать, вот набрать какую-то 1000. Надо набрать 1000 человек, там, скажем, определенного телосложения, ну и так далее. Но вы согласны с тем, что все-таки сегодня популярность так называемой лженауки присутствует? Или вы против вообще этого термина, считаете, что Я против этого термина, я не считаю, что он правильный. Потому что сама наука, которая сейчас, так сказать, кичится своими достижениями, еще лет там, 200 назад Французская академия наук официально объявила, что с неба камни падать не могут, потому что их там нет. И всякий, кто объявляет, что падают с неба камни, является сумасшедшим. Это про метеориты шла речь. Теперь мы выясняем, что с неба камни все-таки иногда падают. А это была Академия наук. Потом, значит, было, если вы помните историю физики и химии, там было понятие там, флогистон или теплород. Может быть, да? То есть вот совершенно серьезные великие химики, которые открывали там, элементы химические, они серьезно говорили вот о флогистоне, то есть это какой-то эфир наполняющий, или теплород, который передается там от одного к другому. То есть наука, она сама меняется. И но она развивается, соответственно, и что-то? Она развивается. Это выводы делает иначе, может быть? Конечно, потому что не всегда, скажем, доказательная медицина, вот это evidence-based medicine, насколько мне известно, я просто читал статьи специалистов, я не силен в статистике и в математике, но читая статьи специалистов, я читал, что все эти исследования, они хороши, когда действительно большое количество исследуемых, там сотнями и тысячами, да. Если это там 40-50, то это не всегда считается статистически достоверным. То есть области, где это подходит, есть, где не подходит. Но насколько я смотрю дискуссии по так называемой лженауке, иногда, ну, там в основном люди, которые, во-первых, там участвуют люди, которые как-то, наверное, себя не нашли действительно в науке. Вот. Во-вторых, действительно, иногда это вопрос денег. То есть, если это на государственном уровне идет, то будут ли туда выделены какие-то государственные средства или нет. А в-третьих, ну, действительно, дискуссии какие-то происходят. Почему нет? Другое дело, как определить уже действительно критерии, вот это наука или нет. Ну, здесь мы уедем в такие дебри, что нас времени не хватит. Ну, а вы сказали о статистике, да, я прошу прощения, сказали о статистике, что вот количество, от количества респондентов зависит, собственно, качество исследований. Действительно, это так? Вот что касается цигуна, насколько здесь есть статистика, подтверждающая, опять же, эффективность и количество респондентов, может быть, участвующих, ну, демонстрирующих? Там, опять же, я говорю, что там исследования проводятся немножко по другому принципу. Там нет таких больших групп, хотя есть довольно много метаанализов в цигуне. А метаанализ, знаете, что такое? Да? Это анализ анализов. Это когда берутся многие-многие исследования, и вот они уже исследуются с точки зрения, опять же, статистики или каких-то других математических методов. И тогда в целом видна картина более глобальная, более стратегическая. То есть там метаанализов довольно много. Но там, опять же, я говорю, что разные немножко методы, их сравнивать, наверное, некорректно. Да, вопрос у нас пришел в WhatsApp. Нет, ну тут несколько вопросов. Я боюсь, что они очень такие глобальные, как снять стрессы, неврозы и депрессии, что такое психика, какова ее структура. Бог и, может быть, вы назовете точки воздействия по номерам. Ну, я думаю, что это, наверное... По номерам? Да, даже тут по номерам. Какие именно? Я тоже не понял вопрос. Вообще точки воздействия, их 1600 штук.
мы, боюсь, не успеем. Да. Ну вот у нас на самом деле действительно времени не очень много, а хотелось еще поговорить и про книгу. Я понимаю, что эта книга, как раз, которая вот сейчас вышла в издательстве «Звайгзне», это, с одной стороны, издание, ну, дополненное того, выходившей в России книги, но то есть для Латвии это, в принципе, новая абсолютно, новая книга. Для Латвии это новая абсолютно, оно... В сравнении с тем, что когда-то выходило в России, оно серьезно исправлено и хорошо дополнено. То есть, фактически, это уже другая книга. «Сила мысли». Но она в основном о том, как... Вот мы говорили о трех сокровищах Цигуна: дыхание, движение, мысль. Здесь в основном речь о мысли. То есть, как с помощью мысли привести себя в порядок. Как вырабатывать те самые гормоны счастья, так называемые эндорфины и так далее. Обычно люди знают слово эндорфины. А эндоканабиноиды не знают. Поэтому мы не будем называть эндоканабиноиды, мы скажем эндорфины. Ну и так далее. Как улучшить сон, как жить в ритме сердца. Можно ее показать, кстати, в камеру. Что значит жить в ритме сердца? Вот это вот определение. Жить в ритме сердца. Что вы подразумеваете под этим? Жить подобно сердцу. Потому что сердце, оно работает всю жизнь без остановки, как известно, и без отпусков. Но почему? Потому что оно сокращается и расслабляется. То есть, сколько работает, столько и отдыхает. Период сокращения систола, он примерно равен периоду расслабления диастоле. То есть, если человек умел бы также в таком же ритме работать, ну, я не говорю, что человек должен работать, скажем, работать час, а потом час спать. Это будет нерационально, потому что человек устроен все-таки более сложно, чем сердечная мышца. Но надо не забывать о том, что нужны периодические паузы. Час поработал, 5 минут отдыхаешь, в идеале. Можно 10, можно 15, но не больше. Но лучше 5, потому что если за эти 5 минут хорошо расслабиться, хорошо... подышать, снять напряжение со всех мышц, то быстро восстанавливаются силы, не надо кофе. Или, может быть, надо, но эффект от этого кофе будет в 10 раз сильнее, чем на просто усталого человека. Вот это никогда не получается вот в идеале, что именно через час, вот 5 минут, нельзя всем сказать: так, все, все, до свидания, все, уходите, я расслабляюсь, потому что мне надо жить в ритме сердца. То есть каждый час по 5 минут? Это в идеале, ну, получается. В офисе просто это реально или нет? То есть, ну, насколько можно абстрагироваться от окружающего мира? Главное, чтобы это был ритм. Ну, хорошо, не получается через час, получается через 2 часа. Не 5 минут, а 10. Но для того, чтобы не накапливалась усталость. Потому что человек обычно начинает уставать, и он себя начинает подстегивать. Тем же кофеем или там курением или чем еще. А надо наоборот, надо не подстегивать, а отдыхать. Чтобы усталость не накапливалась, как я говорю обычно, отдыхать надо не тогда, когда чувствуешь усталость, а как раз, когда чувствуешь, что у тебя еще все силы есть. Угу. И вот тогда, к концу дня... До того, как ты чувствуешь усталость. До того, именно. Потому что чувствуешь усталость, это уже все, это уже там молочная кислота в мышцах или что-то там еще, нехватка кислорода, и тогда нужно вот по-настоящему уже отдыхать. Вот с помощью метода центрирования, там, полностью собрав все внимание у себя внутри, можно на 5 минут отключиться, уснуть. Через эти 5 минут будет ощущение, что выспался, как будто спал. Ну, такой обман своего рода. Нет, почему? А, кстати, я слышал, что вот как раз путешественники в одиночку, которые пересекали Атлантический океан или там совершали кругосветное путешествие, примерно в таком ритме вот они жили. То есть, они отключались на 15 минут, потому что они не могли, ну, 8 часов – это опасно, потому что может волна перевернуть, ну, конечно, там корабль. Да-да-да, но они так и делали. Но это такая манипуляция все-таки своего рода, нет? Ну как, это использование естественных функций организма. То есть организм, он нас очень хорошо слушается, он внушаем действительно. Ему надо сказать: я сплю настолько глубоко, что через 5 минут я отдохну так, как будто я спал полчаса. Дальнобойщик, я помню, первый вот был у меня пациент, который это использовал, и он сказал: ой, классно, говорит, я 5 минут отключаюсь на 5 минут, и как будто я спал полчаса. И дальше он едет в свое дальнобойное действие и работает более эффективно. Это просто умение договориться с организмом. Почему обманывать? Просто мы объясняем, что ты можешь.
сделаем так, вот и все. Вот вы сказали, жить в ритме сердца, что касается биоритмов и людей, в которых в них живут, например, совы и жаворонки, вот известный такой конфликт, может быть, потому что, как известно, совы выживают в мире жаворонков, ну, так принято говорить. Насколько, вот какое значение имеют биоритмы для человека? Есть индивидуальные ритмы, есть там недельные, суточные и так далее, их очень много. А совы-жаворонки – это серьезно, потому что это чуть ли не генетически обусловлено. Хотя можно, конечно, переучиться там, сове на жаворонка, но это то же самое, что левше переучиться на правшу. То есть, может, но… Я переучился, я был классической совой, начал работать в утреннем эфире, и вот вдруг я понял, что все, я стал жаворонком. То есть, можно, да, и что? И теперь уже навсегда жаворонок? Я уже не могу. То есть, даже если вот, ну, я встаю все равно в 5:30 утра, я просыпаюсь. Ну, классно. Есть мотивация, есть любимое дело, ради бога, почему нет? То есть, только в этом смысле, если застимулировать себя каким-то образом? Ну, конечно. То есть, дофамин. Гормон дофамин. Это гормон достижения. Это то, что дается человеку, вот этот кайф по достижению чего-то. Ну, это предвкушение удовольствия, скорее. Ну, и предвкушение, наверное, тоже. То есть, если ты идешь правильным путем, организм начинает вырабатывать этот гормон, то есть как-то интуиция, он подпитывает, это твоя дорога, это тебе надо делать. И вот человек идет, действительно, вот он становится таким вот. Но вы все-таки не сторонник того, чтобы переучивать сов на жаворонок и обратно? Ну зачем, если это не нужно для работы? Если нужно, ну... Спрашивают, какая причина инфарктов и инсультов у нас тут? Вопрос пришел. Очень много этого от хронического стресса, который не... так сказать, не сбрасывается. Очень много инсультов, инфарктов именно от этого. То есть надо уметь, опять же, как я говорю, жить в ритме сердца. Вовремя расслабляться, вовремя приходить в нейтральное состояние такое, очищать голову от ненужных мыслей. Даже не обязательно каждый час 5 минут. Вот есть возможность использовать. Я стою на остановке, жду троллейбуса. Сейчас ехал. У меня есть там 2 минуты. Я стою в позе цигуна, но это не видно снаружи, руки я не держу вверх, но начинаю дышать так, как вот мои ноги как будто проникают в землю там, и так далее. Вот эти 2 минуты. Вопрос, как понять, какие мысли ненужные? Да, ну да. Ой, как это отфильтровать? Да. Угу. Много говорил, наверное, докашлялся. Мы напомним, пока телефон прямого эфира, кстати. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы также можете звонить, уважаемые радиослушатели, задавать вопросы. Буквально тут не нужны мысли, те, которые мешают, которые вызывают раздражение и неприятные эмоции. Вот и все. А если они помогают, если об этом думаешь и чувствуешь себя хорошо, ну, прекрасно. Но иногда ведь раздражение, неприятные эмоции вызывают мысли, ну, значимые в жизни твоей, какие-то проблемы, может быть, которые тебя... которые нужно решить, да. Которые нужно решить, ты ведь не можешь их отбросить от себя. Или как страус в песок голову, и чтобы не думать об этом. Тогда вопрос, а нужно ли об этом думать сейчас именно? Это как-то Скарлетт, об этом я подумаю завтра. Подумаю завтра, да. Вот но завтра в любом случае придется об этом думать, неизбежность. Завтра подумаем, скажем, сейчас выходной. На празднике были, да, ну почему я должен думать о рабочей проблеме, я все равно не могу ее решать. А вот завтра я подумаю, когда я смогу ее решать. Вот у меня это получается, мне нравится. У нас есть звонок, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро, с Новым годом. Да, с Новым годом. Я извиняюсь, я слишком поздно включил радио. Скажите, пожалуйста, о какой книге вы говорите и на каком языке она издана? Спасибо. Ага, спасибо. Спасибо. Да, книга называется «Сила мысли». «Сила мысли». Она, «Сила мысли» издана на русском языке, а на латышском эта же книга называется «Мера арста по доме». То есть есть и латышская адаптация? Есть латышская, да. И вот сегодня как раз я получил, еще не успел получить, но пришла посылка из Польши, где она же издана на польском языке. Кому важно прочитать эту книгу, на ваш взгляд? Кто ваш читатель в данном случае? Мой читатель – это тот, кто уже начинает задумываться о своем самочувствии. То есть это уже немножко за. За 18, я думаю, что еще нет. Хотя можно попробовать. Тот, кто уже чувствует, что такое стресс, что такое иногда там недосыпание, невозможность заснуть, какие-то боли и так далее. Ну, то есть человек, живущий интенсивной жизнью,
и уже начинающий ощущать, что достижение цели, к сожалению, требует каких-то не очень полезных мероприятий. Так вот, для того, чтобы не тратить здоровье, чтобы быть эффективным, но здоровым. Вот я думаю, те, для кого это важно, они могут почитать эту книгу. Еще тут вопрос пришел. Как поднять самооценку? Ух ты. Это глобальный вопрос такой. Делать, наверное, то, что хорошо получается. То, что, во-первых, доставляет удовольствие, а во-вторых, действительно хорошо получается. То есть реализовать свои таланты. Для китайцев, например, это самое важное. Вот в даосской философии они говорят, смысл жизни в том, чтобы максимально реализовать свои уникальные способности. Это когда человек делает то, что действительно получается, то, что ему нравится. И если ему за это еще деньги платят, я думаю, что тогда самооценка будет как раз на объективном уровне. Она не будет супервысокая, человек будет думать, что он там супергений. Но она не будет совершенно низкая, потому что он будет знать, что он на что он способен. Ну, как выявить свои таланты, объективно себя оценить? Иногда люди себя не объективно оценивают. Интуитивно. В том-то и дело. Объективно это очень сложно. Но в детстве, как правило, это проявляется. Что больше нравится? Попробуйте вот это сделать. Вот действительно это нравится. Душа лежит. И это не обязательно талант, скажем, какой-то художественный. Это может быть и работа, это может быть какое-то ремесло. У меня есть друг, он работает с деревом. Ну, не знаю, назвать его там столяром, плотником или так далее. Раньше было название «краснодеревщик». Вот, у него просто золотые руки, да, он делает что-то из дерева, это, вот это его талант, да, и когда он это осознает, он с этим работает, он действительно находится в гармонии, и ему хорошо, и опять же деньги можно заработать. Ну что же, у нас на самом деле заканчивается время. Я напомню, что сегодня в программе «Личное утро» Игорь Кудрявцев, врач, писатель, учитель цигуна. И вот мы говорили о том, что вышла новая книга «Сила мысли» в издательстве «Звайгзна». И будет доступна на русском языке, а как раз она есть и на латышском, и даже на польском. Спасибо вам большое. Удачи вам, мы надеемся, что новые какие-то проекты, связанные с гимнастикой цигун, продолжатся, во всяком случае, будут доступны для тех рижан, которые уже оценили за вот эти полтора или два года, которые продолжаются этот проект. Спасибо. Да, спасибо вам.